Сегодня Международный день защиты детей. В республике проходят различные конкурсы, акции, приуроченные к празднику. На Красной площади в столице Чувашии прошел флешмоб под названием «Давайте споем, друзья». Его инициаторы – Союз женщин Чувашии и администрация столицы. Известную песню пели и взрослые, и дети. В их числе участники школьных художественных коллективов, ученики и педагоги музыкальных школ. С этой песней объединиться, посмотреть друг другу в глаза и попытаться создавать вместе совместные проекты. Потому что каждый по отдельности работает достаточно проникновенно, но понятно, что когда объединяются усилия, мы можем гораздо больше. Мы надеемся, что мы больше привнесем интересных мероприятий для детей, для взрослых. В очередной раз объединимся и станем еще сильнее. Несмотря на пасмурную погоду, в первый день лета участники флешмоба находились в прекрасном настроении. Наш хор каждый год выступает на День города, День защиты детей, День победы. Я счастлива, потому что петь всегда удовольствие. Все больше и больше детей хотят принимать участие на концертах. Здесь со школы есть подружка. Я с ней встретилась. Мы пели вместе песни. Мне очень понравилось. Быть ребенком – это хорошо, потому что для тебя все делают, и ты счастлив. Участниками праздника стали и воспитанники Чебоксарского центра для детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они получили в подарок планшеты. Мы приглашаем подняться на сцену Татьяну. Ей 16 лет. Анастасия Братцева, Наталья Гордеева, Георгий Кривошеин, Республика.